Хотели привести в порядок, а сделали только хуже. Жители Заречной 26 не узнают свой родной двор. Совсем недавно они радовались пушистым кустам сирени и роз. Выглянул в окно и увидел такую картину. Наш техник-смотритель ЖУ-3 Татьяна Ивановна и, ну, по всей видимости, школьники, которые работают летом, ходят, якобы наводят порядок на газонах. Жители Заречной 26 смотрели на то, как проводятся работы по благоустройству их двора с возмущением, но молчали. Никто из них не встал на защиту газонов. Никто не сказал ни слова против, когда вырубали липу под окном Веры Скрябневой. За деревом женщина ухаживала несколько лет. Теперь о нем напоминает только пенек. Взяли вот это вот, все спилили. Мне утром так было плохо, мне прям давление поднялось. Я вообще... Вот это надо же так вот, не посоветовавшись. Кому могли помешать растения, жители Заречной 26 никак не могут понять. Никто из них не просил вырубать деревья и кусты. Выдирали, выкорчевывали, ногами ломали. Вообще, зачем это было сделано, непонятно. Здесь росла поросль. Возможно, задумка была неплохая. Убрать ее нужно было, наверное. Но надо было, я думаю, сделать это поаккуратней. Наверное, как-то все-таки это срезается на уровне с землей, чтобы вот этих пеньков не осталось. При благоустройстве двора почему-то были выкорчеваны и обрезаны только живые растения, которые радовали своей зеленью местных жителей. А вот сухостой так и остался на месте. Видимо, он, по разумению коммунальщиков, не портит внешний вид двора. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».